Ольга Кришталь одну из старейших локаций города помнит еще с 79 года. Тогда Одинцовский вокзал выглядел иначе. Небольшой городской рынок, несколько автобусов. Теперь же это самая оживленная точка Одинцова. И в этом году она существенно преобразится. Площадь разделят на посадочные зоны. Появятся островки с остановками и навесами. Это очень хорошо, что вот делают навесы, хоть какие-то, ждешь автобус иногда, дождь идет, и все под этими зонтиками друг другу на голову льет, понимаете? Каждое буднее утро здесь многолюдно. Сегодняшнее исключением не стало. Пока на пути одинцовцев через автостанцию огороженная территория. Проект мелькал в сети более 5 лет. И вот 1 июня работы стартовали, но не без трудностей, говорит представитель строительной компании Максим Цибуляк. Площадь старая, ну, привокзальная площадь, да, то есть проходила еще там в 90-х годах, делали много коммуникаций, которые непонятно кому принадлежат. Действуют они, не действуют, потому что нам приходилось на начале строительства, мы вызывали экспертную группу, спецсвязь, приезжали, осматривали коммуникации. Пока по проекту планируется построить современный остановочный пункт, но это только начало. В будущем площадь станет крупным транспортно-пересадочным узлом. Пока он сейчас находится на стадии согласования, и это вот, скажем так, мы надеемся, что установка остановочных пунктов – это вот один из первых шагов для вот этого большого дальнейшего проекта. Работа в самом разгаре, но перевозчики, привычные для жителей, график соблюдают. Изменили свой путь лишь 2 маршрута. Теперь остановку станция пропускают 339 и 461. Но это же ненадолго. Потерпим, но зато вот очень в следующий раз вот уже нам удобно и комфортно ездить. А это по плану уже скоро. Один островок планируют возвести уже к середине лета. Коммуникации проложены, заливается основание. Полностью площадь должна преобразиться до 30 октября. Олеся Лукина, Андрей Безуглов, телекомпания «Одинцова».